сегодня День России. Как и все страны мира, Россия имеет свой гимн, флаги, герб. Сегодня праздник нашего государства. Сегодня, друзья, мы услышать должны главную музыку нашей страны. Она называется коротко гимн. Мы каждое утро встречаемся с ним. Давайте послушаем наш гимн. Еще у России есть свой государственный флаг. На фоне белой, синей и красной полос в центре расположен герб России. Цвету флага придается особый смысл. Ребята, а вы знаете, что означают цвета нашего флага? Например, белый цвет означает что? Как вы думаете? Мир. Мир и чистоту совести. Синий, небо. Синий небо. Верность и правду. Белый цвет – это березка. Синий небо – цвет. Красная полоска – это огонь. Солнечный цвет. Рассвет.